Кадыров понял, что ситуация поменялась, что Путин передал реальную власть в войне, ну и в целом в половину, так сказать, стране, передал генералам, генерального штаба. И они, видимо, поставив Путину ультиматум, либо ты сам воюй, как хочешь, да, либо мы все-таки берем на себя ответственность, а ты тогда нам не мешай, и давай этих своих псов попридержи, мы с ними сами разберемся. Ты не вмешивайся. Вот, и они начали мочить этого Пригожина. А Кадыров почувствовал раньше эту ситуацию, вот этот кипиш, уже извините, я перехожу на совершенно народную лексику. И он понял, что дело пахнет керосином. Что нужно делать? Он быстренько спрятался.